Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Car Force Sale Simulator. И сегодня у нас есть обновление. Машины нет. Едем тогда. Офис у нас открыт. Офис загрязнен. Ладно, мы его помоем чуть-чуть попозже. Почистим от мусора. Что у нас в обновлении сегодня? Давай пойдем на райончик посмотрим. Вроде бы пока... А, нет, смотри, горы появились. Раньше гор не было, мне кажется. Либо были. Давай берем эту машинку, посмотрим, что у нас здесь. 124 тысячи. Нифига себе. Давай торганемся за 110... За 110 тысяч, может быть, она нам продаст. Да. Поехали. Где здесь выезд? Посмотрим, что тут за обновление. Что у нас? А, машины какие-то новенькие стоят, вижу. Ё-моё. Ладно, в объезд поехали. Сейчас мы проедем здесь. А, вон мой контейнер. Значит, я на верном пути. Ого-го-го-го-го-го. Смотри, мы проехали через какие-то кустики. Надо бы мне разрешение увеличить. Да, дрифтует тачка. Да, заедем в бар. Что у нас тут? Может быть, в баре что-нибудь у нас обновление какое-то? Может быть, здесь что-то обновление? Пока ничего не вижу по обновлению. Пошли в бар. Скоро, 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 скоро черный рынок. Ага. А тут пока ничего не обновилось, как бы я не знаю, а что это за дверь такая, сюда нельзя пройти. Так, в игры я играть не буду, в покер я играть не умею, поэтому... А нельзя ли в чужую тачку сесть? А нельзя ли ее помыть? Нет, нельзя. Чужие тачки мы не моем. Только свои. Есть автомобиль. Помыли. Ну что, едем дальше. Попробуем продать машину. Кстати, купил я ее достаточно-таки недешево. Смотрим, что у нас тут обновилось. Может быть, у нас мойка какая-нибудь крутая стала? Нет. Мойка все та же. А зачем мне мыть машину, если, блин, она у меня чистая? Ха-ха-ха, я же ее только что помыл. Едем к себе. Да, вот это она дрифтит, а, слушай. Круто. Кстати, знаешь, что я подумал? Может быть, где у нас там мусорка? Может быть, тут что-то на мусорке можно делать? Типа... У нас же есть кувалда. Давай возьмем молоток. Может... Блин, ночь наступила. Как не вовремя наступила вонючая ночь. Так, шо? Ничего. Ничего не происходит, да? Блин, да... А что я ночью буду делать? Я нифига не вижу. Давай это уберем. Пока ничего не понятно. Блин, сесть в машину. Включаем свет. Дальний. И едем. Ладно, мы тачку оставляем здесь. Пока нет времени с этой машиной пока возиться. Едем спать. Посмотрим, что у нас тут дома. Может быть, обновление какое-то. Чё-то обновление никакого непонятно. Непонятно, что за обновление здесь обновилось. Сейчас будем проверять, сейчас будем все смотреть, что интересное. Угу. Тикс, идем назад в офис. Продаем машину. О, мусор сколько, ё-моё. Так, сразу, угу, планшет, веб-страница. Где у нас кар, BMW. Мы нормально, кстати, купили за 110 тысяч, она стоила дороже. Выкидываем мусор.
Автомобильный рынок открыт сегодня. Замечательно. Это то, что нам нужно. Пока почистим мусор. А, надо будет еще машинку помыть. Машинка-то у нас грязная стала. Где? У меня что, алкоголь есть? Моет вообще быстро. Ага, все, автомобиль помыли. Но пока покупателей что-то я не вижу. Может быть, сейчас подойдут. Но нам нужно срочно на автомобильный рынок посмотреть, что там интересное. На автомобильном рынке. Выкидываем. А, вот и покупатель первый. Угу, ждем. А с ним побазарить уже нельзя? Нет. Надо ждать, пока он встанет возле машины. Ё-моё, чё с ногами? Они это ничего не обновили, что ли? Интересно. 110. А, почём? Давай быстрей. 124. Это очень дёшево, 124. Ты чё, дурак, что ли? 134. Может, ты имел в виду 134? А, да. Он имел в виду 134, но почему-то он сказал другую сумму. Ну ладно. Едем на автомобильный рынок, смотрим, что у нас здесь интересное. Тачки новые появились? Да, появились новые машины. Однозначно. Вот эту я хочу тачку. Сколько она стоит? Я посмотрим. 23. Торгуемся за 20, за 19 тысяч. Ты ее продашь аж бегом. А, один нахер. Не продает. Следующий. 87. Уже интересно. Давай за 79. Ты ее продашь за 79 тысяч. Опа, продал. Смотри, молодец. Но где она? Вот она. Сразу мы ее отправляем. Я хочу какую-нибудь еще. Вот, вот эту хочу. Сколько стоит? Она явно дорогая. 187. Торговаться за 170. Раз, два, три. Скинет мне 17 тысяч или нет? Да. 17 тысяч он мне скинул. И мы на ней поедем, кстати. Стоп. Еще вопрос такой у меня. Там, может быть, есть еще какие-нибудь дорогие тачки. Вот это может быть. А, кстати, мы с ней торговались или нет? А, 45, хорошо. За 40 тысяч мы ее берем. Угу. Давай, быстрее думай. И немножечко мы подзаработаем на ней тоже денег. Так, отправляем ее. Блин, да мне еще есть место. Давай вот это посмотрим, сколько эта тачка стоит. У меня есть еще место. 35. Торганемся за 30. Раз, два, три. Ну, за 30. Давай, думай. Вау. Продал. Теперь мы ее отправляем за 30 тысяч. А это сколько стоит? 16, дешево сильно. Слишком дешево. О, BMW. Вот это дорогая тачка будет. Точно стопудово. 500 тысяч у меня. А, 9 тысяч. Иди нахер. Дешево. А, все, поехали. Домой. Так, как тут сюда? А, все, сели. Разворачиваемся, едем в офис. Ох ты, быстро едет. Сейчас мы здесь сократим путь. Сколько у меня? Три машинки. Ё-моё, тихо, главное. О, в столб давай еще врежемся. Давай. Сига, я очень быстро поехал. Сейчас развернемся. Вот здесь поставим машиночку. Вот так вот. Прям рядышком. Знаешь, чтобы покупатели далеко не ходили. Садимся. Поехали. Ретро автомобиль какой-то. Опа. Все, припарковали. Остальные тачки тоже паркуем и выставляем на продажу. Продаем машины. Ой, нет, не туда. Ох ты. Подрезал. Ох, смотри, как я ровненько встал.
Даже вот так сделаем. Все, остановись. Здесь есть проход? Есть место для прохода. Замечательно. И у нас четвертый автомобиль. Нифига себе. Вот этот дом не продается, кстати. Алло. Классный домик. Я бы здесь рядышком бы жил бы с домом. Ой, с работой, то есть. Так, все, поехали. О. Тихо, 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 тихо. Все, оттормаживайся. Продаем тачки. Сейчас еще и заработаем денег. Ну, давай, сразу, быстро. Есть одна, вторая. Что у нас? Высокая цена? Ага, нифига, купил я дорого, что ли? Я ничего не понял. А здесь нормально. За 34 тысячи я ее купил. Нет, я ее купил за 40. В принципе, на минимуме я ее купил. Понятно, теперь можно немножко разбираться в тачках. Тоже на минимуме. Средняя цена у нее 39, а я купил за 30. Ну что ж, мы хорошо сэкономили. Так, а у нас все машинки помыты? Нет, не все. Так что мы их сейчас отмоем. Да и где еще грязь? Опа, нифига, я что-то улетел. Я надеюсь, тут сзади. А, все, автомобиль помыт, чистый. Это тоже мы отмываем. Где еще грязь? А тут еще вот здесь сзади грязь. И на этой стороне. Ой, подожди. На этой стороне еще грязь, наверное. Нет? А где? А, все, понял. Будем зарабатывать эти очки так называемого опыта. Ух ты, бабенка эта подошла, она нормально таки покупает. Ладно, давай, то она убежит. 40 тысяч. За сколько ты ее хочешь купить? 48, торгуемся за 55. Давай, за 55 тысяч забирай ее. Не надо тебе даже думать. Все, она даже не стала думать. А эта машинка у меня тоже грязная, да? Время 2 часа дня. Сейчас мы ее отмоем. Тут у нас грязи нету практически. Все, автомобиль вымыт. Так, давай с этим торгнемся. Что он хочет? Цена покупки 30 была, 43. Торгуемся до 52, давай, 52. 52 тысячи. Но это дорого. Давай 50. Следующий покупатель за 108. Давай торгуемся 120. 120 тысяч. И мы продали эту машину. Блин, а я думаю, что за фигня? У меня денег мало. Неужели я что-то где-то дешево продал? А, вот эта машина 170 стоила. Офигеть. 225. А, торговается 240, давай. Раз, два, три. Наверное, дорого. Я ее водой обливаю. Да. О, подожди, а что-то меня вот смущает. У меня же... Почему у меня 960 тысяч, если... Блин, давай. Почему у меня 960 тысяч, если у меня почти миллион был? Или не было у меня миллиона? Тут я не помню. Что-то меня терзают смутные сомнения. Где-то я лоханулся, что ли? Так, берем вот эту. 4 часа дня. Успеваем купить тачку. Так, давай за 20... За 19 тысяч забираем. Потом ее продадим за 30, может быть. А, не хочет. Давай 20. С 19 не продает. Есть. Продал. За 20-очку. Отправляем мы ее на эвакуаторе. Потом следующий. Вот это ретро-автомобиль. Ну, что-то мне кажется, это нифига не ретро. Какой-то стрёмненький. 33. Нормально. 29. Угу. 29, 4000 разбавит? Да. Блин, надо сильнее торговаться. А вот это что за у нас машина, интересно? Хондра. А, Хонда? А иди ты нахер со своей Хондрой. Ну, у нас остается либо вот этот. А, BMW дешевый был, я смотрел.
Вот этот Dodge возьмем, он должен быть дорогой. Более-менее. А, нет, 16 тысяч. Давай торгуемся за 14. За 14 тысяч мы ее заберем. Давай. Цена нормальная. Да, за 14 мы ее забрали. Отправляем мы ее также. И еще последнюю. Вот эту сейчас посмотрим, сколько стоит. Та, кажется, 13 тысяч стоила. Я точно не могу. О, 24, хорошо. Давай за 20. Блин, что я пишу? 20. 20 тысяч за двадцатку сбираем. Есть, забрали. Садимся и поехали. Я не знаю, сколько вот этот, блин, наверное, дороже стоит. Ладно, отправляемся домой. У нас есть работенка на сегодня. Машинки выставить и помыть их. Оп-оп-оп-оп. Так, эти мне козлы не пропустят, поэтому давайте мы их сами пропускаем. Ставим точки. Блин. Я хочу красиво так их поставить. А как? Вот так. Вот здесь вот первая машинка. Давай мы ее здесь поставим. Угу. Это Хондра или какая там? Я уже не помню. Так, следующая. Тут рядышком. Вот это классная тачка. Давай, еще у нас есть место. Так, все. Харе. Здесь мы проходим, да, вроде бы нормально проходим. Пошла у нас вот эта вот машина. Спасибо. Подожди. Угу, два места занятых, понятно. Драндулетик. Ретро автомобиль якобы. Мы его сюда установим. Бур-бур-бур-бур-бур. Такой у нас странный автомобильчик. И вот этот Dodge. А, нет, это... Какой-то катафалк, нафиг вообще. Куда же мы... А, мы его сюда сейчас и поставим, рядом с ретро-автомобилем. Опа! И вот, все, ночь наступила. Нормально? Так, все, гасим. А, ну, ничего мы не успели, короче, сегодня. Офис грязный. Офис грязный? Да что он грязный? Нормальный офис. В контейнер идем. А, значит, игра у нас 1.65. Сейчас я немножко проверю, где у нас обновление, куда делось.